Мы сегодня с вами попробуем выстроить некую цепочку между театром и зрителем, с одной стороны, а с другой стороны, драматургией и читателем. Чем же нас привлекла эта тема? Во-первых, вот уже год прошел с той поры, когда к нам вернулись наши молодые актеры Национального театра, выпускники Высшего театрального училища имени Щепкина. Нам, я думаю, и вам, конечно, будет интересно узнать, как же их принял старейший театр нашей республики. Как им играется в удмуртском спектакле? Ведь хотя они и выросли в училище на произведениях, переведенных на удмуртский язык, но все же в произведениях мировых и российских, а здесь у них они уже получили. И нам любопытно узнать об их первом творческом, поистине удмуртском опыте на сцене, в участии в спектакле по пьесе Анатолия Григорьева «Аймечки Чмаков» в «Малиновую пору». Во-вторых, почему нас заинтересовала эта тема? С точки зрения библиотекарей, обеспечивающих потребность читателей, нам важно само литературное драматическое произведение. Как оно у нас представлено, как представлены книги, как представлены статьи. И вот здесь я бы хотела обратить внимание на нашу выставку, которая называется «Удмуртская пьеса на сцене театра». Здесь мы попытались представить как классику драматургии удмуртской, это произведение Гаврилова, Широбокова, так и современных авторов. Щури сльоз у ноду не вели, ноч ми на війні собирявим, калике по нашу ми веде у мотли. Не на те, я радичко, то не театр, тонуло нам новий ветамбир, то що лемам нові все раншу, та руки не кай, та руки не кай, а скали не ноша єрмечу. Ось із не тонучки пелаквел, та й в кіно муртевел, пуні та котьку милишки диш, ще з не мабуще палениш. Я радичко, то не діагер, тонула нам новий ветампир, то що ви мам нові все раншу, та вулки дмєкай, та вулки дмєкай, а скали дмєно шаєр меджу. Їсть на світі множество дарок, сделав ты выбор, двигаюсь вперед, я своим народом дорожу, я удмурт, и это всем скажу. Хочу, чтоб каждый в пленке кадр был посвящен тебе театр, связав свою судьбу с твоею, благоговею, благоговею, и счастье каждого я верю. Я вот даю обещание, что я становлюсь вашим зрителем, потому что Удмуртский театр, как-то ваша песня меня вдохновила. Вдохновила и обязала, что надо быть, надо быть зрителем, надо ходить, надо это делать. Тоже, чтобы быть как профессионально говорить о театре, во-первых, нужно быть на всех постановках. На всех этих, это все нужно знать. Я только начинаю заниматься драматургией театром. Вот я не волшебник, я в основном, может быть, по прозе, я более компетентна. Был объявлен конкурс по современной драматургии. Там я сошлюсь на статью Веры Григорьевны Пантелеевой, которая была опубликована в газете «Удмурт-Дуне». Статья достаточно критичная. Вот насчет тех самых пьес, которые были представлены. Но, видимо, бывают в истории, что нужна какая-то передышка. Вот вы как раз приезжаете вот на сломе этих эпох. Когда одно поколение на смене парадигм, и, возможно, новую парадигму ведете вы. Поэтому я все равно в целом оптимистично, хотя идя по текстам,
что греха, то есть, если быть откровенным, конечно же, мы сегодня в тенденциях театра, удмуртского театра, мы только можем говорить, опираясь на Григорьева, Анатолия Григорьева. У нас практически в одном лице, нет, перестроечный период, постперестроечный период, так же, как проза, там вот что-то копилось, накапливалось, и диалога, что-то было нельзя, что-то в подтекст уходило. И, конечно же, когда наступили вот эти перестроечные времена, при всем моем неоднозначном отношении к этим годам, тем не менее, энергия народа вылилась. Были в прозе очень сильные, крупные достижения, а в драматургии это прежде всего наши трагедии Загребина, Эштерек и Захарова, Эвга, и это «Лысвуча Минутелджи», посвященная современности Анатолию Григорьеву. Вот тогда они стали, были явлением, это были значимые вещи для своего времени, для своего этапа, для своего, для своего контекста. И чаще что было в нашей удмуртской драматургии? Была борьба положительного и отрицательного. Положительная идущая и от идеологии классовой, и от фольклора, добро и зло. И оно персонифицирует двух героев, как правило. И одна группа вокруг положительного героя, другая группа вокруг отрицательного героя. У нас вот это теперь ушло. И драматургия, вот даже, давайте знаю Анатолия Григорьевича, чтобы быть более конкретным. «Эмеш кишмаку», вот «Та что мемеш кишмаку» или «Намерзе». Ведь «Эмеш кишмаку», может быть, я его не поняла, но там ведь нет ничего, а потом я увиду на более вообще. Там ведь вообще-то ни одного положительного героя. Даже тот чудо-африкан, он что, положительный? Он хлеще других обдирает. Тогда что как? И вот я, Саша, теперь вот это самое возьму тут рецензии на «Намер». На «Намер». На «Намер». И вот «Мултен» спектакль. Здесь мне нравится, что Юрий Намеров. Значит, Юрий Намеров – это, скорее всего, псевдоним. Вот вы знаете, такая критическая статья. Она про, он, возможно, он и прав, что требования, то есть такие высокие требования ставят. И ссылки в основном на Станиславского, Чехова и других. Но знаете, вот внутри у меня позвоночник начинает все равно вот этому сопротивляться. Ну вот мы живем с вами, проживаем в другие времена. Я не отбрасываю классику, да, требования классики. Но это не только в нашем театре, видимо, в целом в литературе. Сегодня поиски формы, форма творчества, экспериментальность. И все равно к этим спектаклям, с этими требованиями классическими, вот сегодняшней современности подходить, мне кажется, невозможно. И сильны вот, то есть сегодняшний, и вот этот, и «Коляда», я к нему плохо отношусь, но тем не менее, эпизоды, отдельные эпизоды, они очень сильные, точно так же Анатолий Григорьев. Отдельные сцены, эпизоды настолько самобытны, настолько колоритны, настолько сочны. А то, что я как зритель где-то не улавливаю, не вижу эту логику, может быть, оно и время сегодня такое. Я вот полностью согласен, что говорила Татьяна Ивановна Зайцева. Драматургии дело, как говорится, плохо. Оно было и раньше не так хорошо. В чем тут дело? Потому что история театра такова, история драматургии. Кто работал, кто наши драматурги, кто работал в театре? Игнатий Гаврилов, Василий Садовников, Лазарь Перевозчиков, Егор Загребин. Ну и я, все они работали в Национальном театре. Знание законов сцены, законов пьесы только знают работники театра. Это не только у нас. Смотрите, кто современные драматурги, бывшие актеры, бывшие режиссеры, бывшие работники театра. Поэтому я думаю, пока у нас драматургия будет плохо, есть надежда вот на Алексея Яковлева, но он еще немножко молод. Драматургия чуть-чуть требует возраста. Я свою первую пьесу написал, мне уже было 33 года. Ну и раньше я писал, конечно, но никому особо не показывал. Когда меня пригласили в театр, я прочитал одну свою пьесу. Актерам это все понравилось. Но я, уже работая в театре, сидя на репетициях и на обсуждениях пьесы, понял, что это еще не драматургия, и формалы. Я не знаю, что будет с Национальным театром. У нас ведь не только драматургия плохо, но у нас уже становится плохо со зрителем. На национальные спектакли у нас люди ходят не так уж. Поэтому
Национальный театр 80% играет на русском языке. Это тоже беда. Ну, история пьесы Эмискисмаку «Малиновая пора» такова, вкратце я расскажу. Задумал я эту пьесу в начале 90-х годов. Поставил режиссер Александр Вершинин. Между прочим, был талантливый режиссер, он очень умел ставить комедии. Вообще талантливый был человек, сейчас уже ушел из жизни. Он эту пьесу поставил в 94-м году, премьера состоялась как раз день похорон великого актера, артиста, заслуженного в Мурке Ивана Ивановича Кудрявцева. Спектакль прошел не так уж и много, более 100 спектаклей было сыграно. Но это по нынешним меркам очень немного, это много, потому что сейчас спектакли идут в среднем 10-15 спектаклей, потом их списывает, потому что они идут. Эту пьесу «Малиновая пора» поставили в 2005 году в Саранском национальном театре. Я эту пьесу возил в Йошкар-Олу на семинар драматургов кинологических. Это проходило раньше, когда фестивали были кинологические театры, параллельно шли. И они 6 лет играли эту пьесу. Потом из-за отсутствия, только из-за этого современной драматургии, театр снова возвратился к этой пьесе. Поставил уже Владимир Сафонов. Я думаю, он не очень-то умеет комедии ставить. Если бы не балетмейстер Виктор Михайлович Мингалев. Видите, какие движения он сделал. Спектакль бы мог провалиться. Он сделал движение, поменял мизансцены в отсутствие Сафонова. И я думаю, спектакль получился, но спектакль еще мало прошел, и будущее, не знаю. Сейчас народ, у нас народ, наш удмуртский зритель, ходит только на комедии. Вот так или театр приучил за 80 лет. Или сейчас пошла такая жизнь, что им не надо ничего такого серьезного, драматического. Вроде «Намер» пьеса, она вообще не комедийная. Вроде уже там какие-то проблемы поднимаются, но народ не идет. За 2 года сыграли 5 спектаклей, куда это годится. И сейчас репертуар. У нас открытие в октябре. Один спектакль у нас на открытии на удмуртском языке, Эмискисмаку, остальные все на русском. Это вот студия, это долгожданная наша студия, потому что последнее пополнение было 16 лет тому назад. Это 8-е поколение и 7-я актерская студия. Прошлый сезон, 83-й сезон, для них был первым сезоном. Профессии на профессиональной сцене. И мне кажется, они прошли и выдержали его достойно. Сезон был особенным и, может, даже трудным для ребят, потому что им доверили открыть этот сезон спектаклем «Ослов». Вы приехали с триумфом на классические произведения. Это был Шекспир, это были другие классические вещи. Вольно, невольно, жизнь и жизнь, вы в процессе все больше вживаетесь уже вот в русскую драматургию. Что для вас легче, сложнее играть, вот из классики, переходя в русскую драматургию, в удмуртские пьесы? Более того, там даже такое ступление. Говорят, что удмуртские пьесы как честь, легкие, неглубокие. Может быть, их легче играть или наоборот, их сложнее играть? В удмуртских произведениях, в удмуртских пьесах я практически не играл. Не играл. Год в театре, которые идут, пока еще меня еще нет. Я играю массовку, может быть, в русских, но я не могу еще почувствовать, что такое русская пьеса. Сейчас я играю в русских очень много, но сравнивать пока еще я не могу, поэтому я не хочу отвечать. Недостаточное количество сыгранных удмуртских пьес. Мы только на подтанцовке «Щуан», вот, где вот фольклор, хорошие там танцы, песни фольклорные, мы только пока вводились на танцы и песни.
Вы выбрали для себя такую профессию, вот полярную просто. С одной стороны, от вас ждут яркости и яркой индивидуальности, а с другой стороны, подчинение режиссеру, подчиняться легко, подчиняться учиться. Вы готовы принять? Это вот как сохранить этот баланс, как сохранить себя и быть привлекательным для режиссера? Если режиссер для тебя авторитетный человек, если ты его уважаешь, если он поставил себя так, что ты смотришь на него как на человека, который сможет поставить спектакль, пьесу хорошо, ты будешь подчиняться ему всегда, везде и во всем. Каждому из его слов можешь доверять. Это вопрос доверия, да? Да, нужно доверять. В нашем случае, в Удмуртском театре нашем, да? Блядь, я пока еще не видел такого режиссера, да. Приезжие, да, вот сейчас мы работали над двумя спектаклями «Гурят ума» и «Таинственный ящик». Да, мы подчинялись беспрекословно. Почему? Потому что мы верили, что спектакль будет. И все, только доверие. Что такое современный театр? Понятно, вот это заголовок от пьесы до спектакля, этот путь состоит из четырех составных частей. То есть часть литературная, текст, драматургия, это первая часть. Вторая – это режиссура. Третья часть – это актер. Четвертая – зритель. Я аншлагин буду в 100% совпадение только этих составных частей. Но это же, в общем-то, некая утопия и, в общем-то, горизонт, к чему мы идем. Мы идем, а горизонт все это двигается. Вот поэтому вот совпадение этих всех, 100% совпадение, попадание в точку, в десятку этих четырех составных – это редчайшее вообще в истории, наверное, и отечественной драматургии и так далее. Поэтому где-то всегда у нас несостыковка. И понятно, несостыковка может быть не очень хорошая пьеса, не очень хороший режиссер, не очень хорошая актерская игра, но еще ведь зритель есть, да, зритель, которого мы, в общем-то, не выбираем, он приходит такой, какой он есть. И действительно, проблема со зрителем огромна. Понятно, что зрители требуют вот комедии, ситком так называемый, да, мыльные хлопья и так далее. К сожалению, зритель массово развращен. То, что я хочу как зритель, и я не хочу ходить на эти спектакли, я хочу другого, но нет, видимо, малой сцены, где были бы спектакли на 50 человек, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь так, есть парафраз, да-да, я езжу в глаза чаще, наверное, чем бываю. Есть какие-то вот такие вещи. Поэтому спор бесконечный. В каждом из вас должен быть свой внутренний сюжет. И в каком направлении вы сейчас разовете, зависит только от вас. Лев Вахитов, который закончил студию перед вами, поскольку он мой древний давний друг, с Мысловским, мы с ним много общаемся, да. И когда в прошлом году в кинотеатре «Дружба» состоялась премьерная презентация ряда его замечательных документальных фильмов, куда я вводила своих студентов факультета журналистики, и когда началось обсуждение этих фильмов, понятно, все, он закончил, да, театральную студию при ГИТИС. Сейчас он режиссер свободного полета, работает в Москве, в Казахстане, в Хантамансийске, в общем, вот так, да, востребован однозначно. И когда я задаю ему вопрос, ну, Лев Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот что надо, чтобы состояться в творчестве, поскольку он режиссер, да, он сказал, рецепт просто вообще проще не бывает, надо меньше лежать на диване и больше находиться на съемочной площадке. Поэтому я к тому, что творите, да, творите, проще всего плакаться. И, собственно, проблем в национальной литературе море, в национальном театре море, в национальной науке море. Можно профукачись, проплакавшись, а можно начать творить. И сейчас, заканчивая вот этот свой эмоциональный посыл, я задам вам вопрос, возможно, не совсем относящийся к удмуртской теме, но... Я, будучи студенткой, в общем-то, обошла все театры Москвы, и, в общем-то, театральная Москва – это отдельная тема. Еще 5 лет после Москвы ездила на поезде на все московские примерно спектакли, любимые свои театры, за любые деньги.
поскольку была холостая, поскольку не было на выходные в поезд, и только не на одну ночь. И я смотрела спектакли, после которых я 3 дня не могла прийти в себя. Вот каких-то... Я ходила на актеров, на постановки в отдельности. Так вот, и когда я посмотрела «Мизантроп», первый раз, будучи студентом первого курса «Мизантроп» в театре на Таганке, где главные роли играли Золотухин с Еленой Яковлевой, с Ольгой Яковлевой, я потом 2 дня рыдала на взрыв. Я не могла успокоиться от эмоционального напряжения, потому что я хочу вас спросить, какие спектакли произвели такое же колоссальное впечатление на вас, московские спектакли? Мне кажется, это немножко не совсем профессиональный взгляд таким образом. Мы смотрим даже фильмы, мы смотрим не чтобы плакать, а как это сделано. Нет, просто я смотрю, прихожу, например, смотреть какой-то спектакль. Так, «Косящий». Так. Там и там вышел. Так, интересный свет поставлен. Так, да, свет хороший. Интересно. Так, ну, по действию нормально, все хорошо. Вот, все. Есть некоторая часть, с профессиональной точки зрения, ты смотришь, как поставлено, что это. Есть эмоциональный ряд. Так. Иногда, вот я много ходил, не буду скрывать, действительно много ходил по многим театрам, есть эмоциональный ряд, где ты даже отключаешься от того, что, как это сделано. Последнее впечатление, скажем, у меня уже перед отъездом в Удмуртию, мне было очень стыдно, что я не был в театре Вахтангова. И я все-таки решил пробиться туда, в этот театр, я посмотрел Туминеса, спектакль по Лермонтову «Маскарад». Он не совсем новый, но относительно примерно спектакль. Шикарный. Почему? Впечатление у меня осталось от того, что как раз мы работали над сном в летнюю ночь. Есть какой-то образы. Есть не то чтобы перекличка, действительно, спектакль был построен на образах. Я специально оставалось время, пошел в «Современник» на постановку того же Туминеса. Мы играем Шиллера, спектакль был с Чулпан Хаматовой, многие другие актеры. Тоже мне этот спектакль очень понравился, и есть впечатления остаются, но остаются после каждого спектакля, именно после каждого. Ты идешь в один спектакль, сегодня день переживал по этому спектаклю, идешь в другой театр, там находишь что-то другое, по этому спектаклю переживаешь. Ну, может быть, да, это профессиональный взгляд. Вот так, чтобы именно какой-то один спектакль остался в голове, я не сказала, что он у кого-нибудь останется. А спектакли, они начинаются там в четверг, пятницу, субботу, да. И у нас свободный день в воскресенье. Мы, соответственно, вырывались на свободу, прогулка по Москве, музеи, а вечером в театр. Вот буквально там пару недель тому назад мне посчастливилось послушать доклад Никольской Фаферы Николаевны. Она в Щепкинском училище тоже преподает. И вот она говорит. Сколько раз, говорит, вот ко мне приезжали удмуртские группы, у них был сильный акцент в русском, удмуртский акцент. А в этот раз, говорит, ребята приехали, удмуртский акцент в русском и русский акцент в удмуртском. Ой, говорит, мне тяжело пришлось. Вот какой секрет? Она говорит, вот вы говорите прекрасно сейчас и на русском, и на удмуртском. Вот какие упражнения? Может, у вас какой-то секрет, может, там по утрам на руках надо стоять? Одно упражнение какое-нибудь нам. Нельзя говорить хорошо на русском и на удмуртском. Невозможно. Невозможно. Вот вы... Я не соглашусь с вами, никто из нас не говорит хорошо на русском, на русском без языка. Возможно, но стремиться к этому можно. Возможно, были такие актеры. Можно понимать, можно знать, но свободно импровизировать на удмуртском, на русском языках были чисто невозможно. Были такие актеры старшее поколение меня. Подождите. И на русском, и на русском. Можно, я могу сейчас спокойно говорить, могу импровизировать, но... Я буду в некоторых местах не редуцировать, буду плохо произносить. Это будет. Поэтому я не говорю, что... Да, возможно, говорить спокойно. Вот одно упражнение чисто, для... Покажите упражнение. Да, стереже. Нет упражнений. Нет такого. Если-нибудь, да. В русском языке, если мы играем в спектакль, то, соответственно, перед спектаклем за полчаса, может, как уже оделись, надели на себя грим, прическу, артикуляцию. Разминка именно на русский. Это как ряд букв алфавита.
согласно звукам. Это ударение меняется. Батата, батата, гатата, датата. Потом ударение меняется на второй слог. То есть наоборот, я перепуталась, хорошо? То есть на первый, потом на второй, потом на третий. Таким образом, есть четырех мелодика сложные слова, да, трех сложные, и в зависимости увеличивая размер. Шишко ческит слива. Вож яшке силевова. Вож яшке сасили тощ. Мяйбова, ты ж се вож. Еще что-то? Процесса учебы, вот нам Леша помогал тоже составлять скороговорки. Например, скороговорка «Шарканын ширьёс ширк-шарк шаркетилля». Вот наподобие таких скороговорок. И в конце, наверное, скажу слова Акимова. Театру, который достиг совершенства, уже ничто не может помочь. Так что, я думаю, у нас прекрасное будущее, и мы будем, по крайней мере, к этому стремиться.